Отличная новость для любителей авторской песни. На сцене киноконцертного зала «Панорама», что на Смоленском 29, выступят мэтры русского шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов. Их песни постоянно звучат на волнах радиостанций и хорошо известны слушателям. «Поцелуй меня, удача», «За друзей», «Счастье вам», «Колечко». Они поют о любви, верности, дружбе, разлуке, родине. Дуэт на сцене уже более 20 лет, однако настоящую популярность обрел несколько лет назад. Все о популярности и о том, какая песня стала хитом, Анатолий Полотно и Федя Карманов расскажут в передаче Андрея Малахова 20 ноября. Ну а в Тверь участники федеральных программ, лауреаты премии «Шансон года» приедут 27 ноября с программой «Новое и лучшее». Федя Карманов и Анатолий Полотно в «Панораме». 12+.